10 лет и сотни добрых дел. Благотворительный фонд помощи ветеранам сцены «Артист» празднует юбилей. Актеры самых разных жанров вышли сегодня на подмостки «Геликон оперы», чтобы признаться в любви тем, кто всю жизнь отдал служению искусству. А перед концертом представителям старшего актерского поколения вручили премию «Признание». Репортаж Ольги Паутовой. Танго о вечном поиске музы и вдохновения Евгений Миронов и Чулпан Хаматова исполняют, конечно, для всего зрительного зала, но в первую очередь для своих педагогов. Этот танец – способ сказать спасибо за все, чему научили. Я переполняюсь от любви, а эту любовь я не успеваю им показать. И сегодня такая чудесная возможность вот показать эту любовь. Константин Райкин, Хибла Герзма, Вала Демидова, Юрий Башмет. Обычно вместе на одной сцене их не увидишь. Но сегодня они встретились в театре «Геликон опера», чтобы вспомнить тех, с кого когда-то брали пример. Каждое выступление – это посвящение их старшим коллегам и подопечным фонда «Артист». У меня был Олег Павлович Табаков, который на меня, может быть, больше всех повлиял. Потому что он был моим старшим товарищем. И, в общем, я его считаю своим учителем, потому что я впитывал очень многое. Это хорошая идея объясняться в любви учителям, которых даже уже и нет. Но сказать спасибо никогда не поздно. Единственное, чего не хватает вот в той жизни, которую я прожил, это уважение к старшим. У нас это как-то менталитетно все время куда-то отодвигается, и человек, который проявляет внимание к старшим, это считается каким-то исключением. Мы хотим поблагодарить тех людей, от которых мы зависим всю жизнь и счастливы от того, что зависим, от наших учителей. Все деньги от продажи билетов помогут фонду ухаживать за работниками театра и кино, которым уже сложно заботиться о себе самостоятельно. Волонтеры привезут лекарства и медицинское оборудование, а если нужно, найдут сиделку или отвезут на прием к врачу. География помощи, она увеличилась. И когда-то это были только Москва, Петербург и Саратов, а сейчас это 60 городов нашей страны, и 65 даже городов, и в том числе театры, ветераны театров малых городов. По традиции, перед концертом фонд наградил премией признания тех, кто отдал профессии всю жизнь. В этом году 27 лауреатов. Среди них режиссер Марлен Куциев, актриса Ольга Яковлева, актер Игорь Юсулович. У Игоря Николаевича каких наград только нет, но, признается, получать статуэтку от молодых коллег особенно приятно. Театр – дело коллективное. И вот это ощущение локтя, это важно и существенно в нашем деле. Долго аплодировали балетмейстеру Ирине Генслер. Ее трудовой стаж уже больше 70 лет. И до сих пор она преподает студентам в Академии имени Вагановой. Свою специальность я до сих пор берегу и передаю, чтобы ничего не исчезло. 33 года на сцене Мариинского театра. Параллельно с этим я преподавала в Академии Вагановой. Многие из лауреатов после награждения остались на вечерний концерт, но не чтобы увидеть звезд сцены. И для них это по-прежнему просто любимые ученики, от встречи с которыми всегда прибавляются силы. Ольга Паутова, Роман Фроленко, Павел Романов, Владислав Абасов и Татьяна Бакулина. Первый канал.